У ивановцев появился новый зимний праздник. Он совсем не похож на остальные, с обильными застольями и домашними посиделками. 18 января город впервые отметил День снега. Горожане собрались в парке Степаново. Здесь пейзаж кардинально отличался от городских улиц. Ни луж, ни грязи, зато много снега. Территорию парка разделили на зоны. В эстафетах можно было поучаствовать целыми семьями. Для того, чтобы праздник был действительно с хорошим настроением, он превращен не только с элементами спорта, но с элементами забавы. То есть, когда целой группой участников нужно промчаться на одной лыжне или бросить вальник в понятную цель и многое другое. Ездить втроем на одной лыже, судя по всему, приходилось немногим. Как выяснилось, это почти искусство, настоящая работа в команде. Вот и семья Козловых попробовала себя в этом впервые. Первый раз. Ой, ощущения супер. Вообще праздник, пришли первый раз на этот праздник такой. Очень рада, что поучаствовали. Попробовали свои силы. Может быть, не все получилось. Будем учиться на будущее. Пробовать ездить на одной лыжне. А это соревнование дошколят. Метание валенка, хоккей, катание на ватрушках. Командный дух предстояло показать даже самым маленьким. Мы должны показать, что мы очень смелые. Активное участие в Дни снега по подсчетам организаторов приняли порядка 2000 горожан. Есть все основания полагать, что праздник этот станет любимым и традиционным. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.